Отношения нужно учиться строить, нужно про них уже начать думать, как про это привилегии людей. Если вы имеете соответствующую потребность в этих отношениях, да, то это хорошие отношения, привилегии тех, кто относится максимально осознанно. Да. Мы вообще перешли во время, когда если вы не осознанны, вас просто сдувает, так сказать, сносит всеми этими вещами. И в душевном здоровье, и в рабочих вещах, и в отношениях. Очень важна осознанность и такое внутренне уважительное отношение к отношениям, которые мы делаем, как к ребенку. Ну, у нас и к детям сейчас, что знает, какое может быть отношение, поэтому плохой пример. Но все равно вот по ощущению нужно думать про них, как про что-то, что вы тут вот прямо так аккуратно делаете. Дети делаются быстрее, правда, да, это...